В школе нас обучали разным предметам, каждый из которых в той или иной степени должен был пригодиться во взрослой жизни. Однако время меняется, современные дети идут на шаг впереди. И чем раньше начинается финансовое обучение, тем грамотнее и осознаннее молодежь будет подходить к своему бюджету. Поэтому в потребительском мире незнание основ управления денежными средствами может дорого обойтись. С прошлого года такой предмет, как финансовая грамотность, хоть и на факультативной основе, но появился в школах Брещины. Мы понимаем, что прогресс развивается стремительно, быстро, и даже людям со специальным экономическим образованием бывает сложно ориентироваться в мире финансов, в современном мире финансов, особенно, наверное, нашему основной массе граждан и особенно молодому поколению это тоже есть определенные сложности. И поэтому мы, отдавая себе отчет, что мы социально ответственный банк, клиентоориентированный банк, мы организовали также свою программу финансовой грамотности. Знать, что такое банковская пластиковая карта, какие депозиты и на каких условиях принесут больший доход, где проще и лучше оформить кредитную линию, сегодня ориентироваться в этих вопросах должен каждый современный человек. И начинать обучение необходимо уже с раннего возраста. Впервые на Брещине для школьников был разработан маршрут финансовой грамотности, где сотрудники банков рассказывали ученикам о финансовых инструментах. Одним из ключевых моментов работы данного маршрута стал областная олимпиада среди учащихся учреждений общего среднего образования. Дмитрий Уснарский уверен, знания, приобретенные им во время лекции по финансовой грамотности, обязательно пригодятся, когда он начнет зарабатывать собственные деньги. Именно эта уверенность и помогла ему на олимпиаде стать первым. Просто как человеку, как рядовому гражданину, который хочет жить успешно, который хочет, наверное, не быть обманутым, это мне поможет. Эти вот знания, мне кажется, их даже чуть больше, чем вот должен знать каждый человек. То есть эти знания, они имеют практикоориентированную направленность. Олимпиада проводилась в два этапа. Инициаторами выступили мы, Главное управление Национального банка по Брестской области, при поддержке областного управления образования. Была создана программа, разработаны вопросы, тематика. И первый этап, он включал проведение городских и районных олимпиад. Когда мы провели городские и районные олимпиады, мы убедились в том, что наши дети показывают довольно-таки большой уровень знаний и само по себе требовало продолжения следующего этапа. Чтобы в полной мере участвовать в мировой экономике, люди должны иметь доступ к финансовым услугам и понимать, как ими пользоваться не только на базовом уровне. Маршрут финансовой грамотности и как один из пунктов его работы областная олимпиада – это именно тот предмет, без которого и настоящее, и ближайшее будущее стало уже немыслимо.